В Урае дети с ОВЗ осваивают роликовые коньки. Необычные курсы реабилитации прошли уже 60 ребят. Это стало возможным благодаря реализации грантового проекта «Ролики мечты. Игры». Автором инициативы является руководитель местной общественной организации «Арена спорта» Юлия Подчувалова. Девушка прошла обучение, выиграла конкурс и теперь регулярно проводит занятия с детьми разного возраста. Сейчас 10-разовый курс тренировок посещают 17 ребят. Они осваивают самостоятельное катание, а также изучают различные элементы роллер-спорта. Тренировки длятся в среднем около часа. А после физических нагрузок для юных урайцев проводят игры, которые также носят терапевтический эффект. У меня же очень даже хорошо получается. Сегодня я впервые попробовала сама ехать. Но мне было как-то немного непривычно. Это был мой восторг. Потому что я была немного в шоке от того, что у меня получилось. Тренировки, они направлены в первую очередь на реабилитацию детей с ОВЗ с такими заболеваниями, как аутизм, синдром Дауна, в том числе ДЦП. Ну, как мы видим, детки у нас катаются и на обычных роликах, и на скивилах, так называемых. Это специализированное оборудование, как раз-таки для детей, у которых ДЦП. Таким детям в первую очередь не хватает развития именно координации. И вот с помощью вот этих игр мы как раз-таки и достигаем вот этого эффекта.